Добро победило в схватке со злом в индийском общежитии. Гости города отметили традиционный праздник Дивали. Правда, торжество пришлось адаптировать под северные условия. Красочные огни заменили на цветную бумагу, а вместо рупий богине благоденствия пришлось дарить российские рубли. Праздником красок насладилась наша съемочная группа. Год без алкоголя и традиционных салатов. Так со стороны выглядит индийский Дивали. Религиозный праздник победы света над тьмой отметили семьи индийских экипажей в Северодвинске. По традиции это самый яркий день. Он полон красок, света, взрыва хлопушек и фейерверков. Организовать такое событие в северном городе иностранцам было непросто. Масштабную программу пришлось сместить в зал общежития, а цветные огни имитировать цветной бумагой. Так как Дивали связан со светом и победа над злом празднуется с большим количеством света, то здесь мы тоже отмечаем его хлопушками. Зажигаем лампы, а каждый взрыв хлопушки – это символ того, что мы отгоняем от себя зло и привлекаем добрых духов. По словам участников праздника, в Индии в день Дивали праздничные салюты не умолкают всю ночь. Так же, как и молитвы богини благоденствия Лакшми. Аджит Ратна считает этот праздник смесью российского 8 марта и 1 апреля. Впрочем, по эмоциональным переживаниям индиец сравнил Дивали с Днем Победы. Это значимый праздник в мире, и вся Россия его отмечает. Он касается мира на земле, победы добра над злом. Это очень значительный праздник. Насладиться торжеством и праздничным ужином с индийскими сладостями смогли и российские друзья семей. Многие пришли в заранее подаренных сари. Остальные в иностранцев перевоплощались на месте. Мы не первый раз присутствуем на праздниках индийских друзей. И всегда это делаем с удовольствием. Мы лучше узнали эту страну, подружились с семьями. Вот. И это помогает нам в нашей главной работе, в строительстве и переоборудовании корабля для Республики Индии. Так что мы очень дружны. Как говорят северодвинцы, такие индийские праздники помогают на время растопить наш холодный северный характер. К слову, в Индии Дивали празднуется целых 5 дней. И за все это время мешать торжество с алкоголем не принято. Вместо шампанского индийцы пьют сладкий молочный напиток просак. Наталья Аскерка, Анастасия Рябченкова, Вестник Северодвинска.